Сегодня в Доме художника людно. Свои картины презентует харьковский альпинист Юрий Блинов. 75 работ сделаны акварелью, посвящены родным горным пейзажам. Автор рассказывает, наброски кавказских этюдов делал в горах, куда ходит с 1967 года. Ну, собственно, посвящена горам. Это так и написано у меня «Горные этюды». Выставка формировалась довольно долго, поскольку она собиралась по крохам. Ну, после каждого выезда в горы, езжу я с 67 года, у меня были какие-то наброски, этюды, а так я не оформлял их в станковую работу. Вот сейчас за последние, скажем, 10 лет я эти работы уже, материал, скажем, обобщил немножко и привел их вот в такой вот вид. Кавказские этюды – итог многолетнего труда художника. Все картины написаны за последние 10-15 лет. Выставку автор посвятил памяти погибших альпинистов, просто ценителям горной красоты и тем, для кого горы стали вторым домом. Одним из первых посетителей выставки горных пейзажей стал друг и коллега автора, председатель Харьковской федерации альпинизма и скалолазания Геннадий Копейко. Я Юрия Блинова знаю как больше как альпиниста. И ну, иногда бывал я в мастерской и видел его работы. Ну, вот в таком виде, красиво оформленном, в таком количестве, я, собственно, вижу впервые его. Он может на это смотреть изнутри, и как альпинист, и как профессиональный художник. Поэтому это очень интересно, особенно для нас, для людей, которые много времени провели в горах. Вот передать на бумагу, в акварели, вот это состояние природы необычное, ну это потрясающе, очень нравится. Увидеть горы Юрия Блинова можно до 24 марта, вход свободный. Анна Сердюк, Анна Соболева, Евгений Педин, медиагруппа «Объектив».